В Тверском городском музейно-выставочном центре открылась большая выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм. Это я». Жители и гости столицы Верхней Волжья могут увидеть оригиналы графики одного из самых известных художников 20-го столетия и их ожившие версии в зале мультимедиа. А подробнее о выставке «Гении сюрреализма» расскажет Наталья Федорова. Необычные усы, стеклянные фигуры, картины, после просмотра которых невозможно забыть всю увиденную палитру – все это Сальвадор Дали. Поистине талантливый испанский художник, известный по всему миру, теперь покорит сердца и тверичан. Здесь представлены оригиналы работ. 80 изображений, которые создал сам Дали, стоит того, чтобы посетить. Тем более представлена графика. Это гораздо более сложный жанр, чем нарисовать живопись. Живопись обычную. Графика все-таки идет по определенным этапам. И здесь есть работы, которые Дали создавал более 10 лет. Работы знаменитого сюрреалиста привез известный петербургский коллекционер Павел Башмаков. Он уже не первый год открывает для тверичан интересный мир искусства. Увидеть оригиналы работ Дали – это будто совершить путешествие в другие измерения, рассказывает Павел. Буквально на ваших глазах в мультимедийном зале под музыкальное сопровождение картины будут оживать, открывая для всех желающих мир неизведанных, но очень интересных снов испанского художника. Еще одним сюрпризом для гостей станет возможность сделать замечательную фотографию на знаменитом диване в форме губ. Данный диван, созданный по эскизу Сальвадора Дали, считается поистине настоящим шедевром мебельного дизайна 20 века. Не оставит никого равнодушным и графика, представленная на экспозиции. Это не просто рисунки. Для создания данной работы требуется до 100 камней, на каждом из которых нанесен только один оттенок краски. Автор лично принимал оттиски, кропотливо отбирая их. Поэтому количество отпечатанных листов в мире ограничено. Посетить выставку может любой желающий до 30 октября. А молодежь 14 до 22 лет по программе «Пушкинская карта» может посмотреть на шедевры 20 века совершенно бесплатно.